Я агент России. Имену Владимира Владимировича Путина. Крым аннексирован окончательно. Это свершившийся факт. Если состоится диалог между Россией и Украиной, я думаю, и это только мое мнение, я думаю, можно говорить о какой-то компенсации для Украины. Это может быть финансовая компенсация или сырьевая. Я говорю о нефти и газе. Хорошо, что мы стараемся избежать войны в Европе и в то же время стараемся компенсировать Украине ее потери. Я агент России. Имену Владимира Владимировича Путина. Инициатива президента Чехии поменять Крым на нефть, газ или деньги об этом очень ярко свидетельствует. Я агент России. Имену Владимира Владимировича Путина.